Это ворота из полипропиленовых труб и фитингов. Они здесь уже больше 6 лет, на даче, под открытым небом, и при этом вот, ну, ничего с ним не стало. Они вот, полипропилен даже не пожелтел. Вот, можете посмотреть, здесь вот после зимы нужно протереть, помыть, и, в принципе, все белое. Белое. А труба и фитинги диаметром 32 миллиметра. 32 миллиметра, конструкция простая. Больше тут точно ничего не надо. Единственное, рекомендую, если кто делает такие ворота для дачи, делайте их, ну, поменьше. Если у вас участок там небольшой, то вам большие ворота, вот такие, это большие, точно не нужны. Они будут, ну, излишне большими. Делайте маленькие, и они вполне будут, подойдут для небольшого пространства. Небольшое пространство. Ну, то... Вот такое. Что еще есть? Кое-что есть из полипропиленовых труб, естественно. Ну, например, вот такой пулемет. Пару лет тоже под открытым небом стоит. Это 25-я труба. 25 миллиметров диаметров. Или даже 20, не помню. Да, это 20 миллиметров труба. Ну, дети играют. Дети играют. Мне нравится. Есть шест, в котором можно вот прямо здесь съезжать. Он полипропиленовый, 40-я труба. Вот этому шесту, ну, лет 5, наверное, точно есть. Соответственно, он вот тоже просто серый от пыли, грязи. Так, ничего с ним не произошло. Не красить не надо. Не защищать от мороза. Так что полипропилен — это довольно стойкий материал для самоделок, которого хватит. У меня некоторые конструкции на даче есть, которым и 10 лет. И с ним ничего не происходит. Он не потрескался, он не стал хрупким. Если вы по нему не собираетесь давать воду, давление какое-нибудь, то для самоделок, ну, на 10 лет за глаза хватит полипропилена.